Это на продажу из Голландии приехал Peugeot 308 2018 года. 1.5 дизель на шестиступенчатой механике. Оптика у нас светодиодная. Фары имеют систему автоматического переключения с ближнего на дальний. Монитор сенсорный с навигацией, с Bluetooth, USB и AUX. Камера 360, раздельный климат-контроль. Также в автомобиле имеется помощь при парковке, система распознавания дорожных знаков, круиз-контроль, мультируль. Огромная панорамная крыша.